При счете 2-2. При счете 2-2 в первом сете подает Витек Хорак, Чехия. Спортсмен выступает в голубой такой майке. Не идет первый мяч. Пока что закономерное развитие матча. Закономерное развитие матча. У румынского спортсмена не хватает. Пока что сил не хватает взять свою подачу, потому что он начинает сразу же проигрывать с второго мяча. Значит, но он берет подачу чешского спортсмена, потому что чешский спортсмен, потому что тоже не справляется, и румын сразу же атакует. Странно. 0-30. 0-40. Гейм. Под ноль берет гейм румынский спортсмен на подаче. Абсолютно закономерное развитие. Как только, ну, еще раз хочется сказать, видите, как легко проигрывает свою подачу чешский спортсмен. Очень легко. Ну, буквально там ни одного очка не берет. И насколько грамотно обучен и подготовлен румын. Подход, игра по восходящему, не поднимая мяч высоко над тросом. Очень прилично. 3-2, румын впереди в первом сете. Прошла первая у румына. Очень хорошая плосковатая игра и прямая. На паузе играет румын. Аут был. Очевидный аут. Правильно по месту играл румын. Сетка, единственное, что сетка, но он прибьется. Когда вот он прибьется, эти мячи по прямой будут проходить. У румына уже проходит первый мяч. Очень грамотно румын выбрасывает горку. Никуда не торопится, как только не тянет. Выбрасывает горку. Горку под право. И вот уже сдувается чешский спортсмен, выполняя удар с открытой ракетки. Вот это вот забегание, видна его. Он не уверен в своей игре одной рукой.
не уверен, выполняя удар одной рукой, постоянно забегает под право, ну, под открытую ракетку, но вот уже сдувается. Румын абсолютно грамотно снимает скорость с горками по 15. Важные сейчас очки. Вторая безупречна, никуда не торопится. Вот. Румын нашел свою игру, и вот сейчас ключевой элемент матча, ключевой гейм матча. Как сейчас только румын зацепится за свою подачу, то уже покатится все легко. И чешский спортсмен, видимо, не сможет найти решение вопроса, румынского вопроса. Очень грамотно играет парень, выбрасывает горки тогда, когда надо, снимает скорость. В общем, все как нужно. Очередная 40-15. Вот очередное очко выигрывает. Чего на очередное очко выигрывает, значит, румынский спортсмен. Чех уже сдулся. Ну, хочется называть вещи своими именами, не заниматься политкорректностью. Ну, пока что чешский спортсмен не тянет. Ну, подсел, ошибается. Грамотно Румын на растяжках, грамотно, и форсировал чешский спортсмен на таком счете, так атаковал мощно, неплохо, но у румына остается еще один геймбол в этом гейме. Да. Интересно. Правильно, румын подает подлево и начинает свою атаку. Прямая. Нет, косо еще короче. Прямая. Как четко играет румын. Как четко играет румын. Все правильно, в общем-то, делает, но... не все удается. Доезжают спортсмены на следующий турнир. На машине приехали больше у румынского спортсмена. Появляются представители Российской Федерации, которые приехали уже на следующий турнир, который называется Богемия Кап. Четко, четко сыграл румын. 4-2 в первом сете, и мы складывается такое ощущение, что по игре на счете 4-2 румын первый сет не отдаст. Сейчас мы это увидим по тому, как он будет принимать подачу чешского спортсмена. Витек Хорок на подаче. Не проходит первая. И сейчас в темп играет Витек. Темп четко. Неплохо сыграл чешский спортсмен. 15-0. Первая, вот это такая интересная история. Не идет первая.
резаные удары. Румын спокойно с короткого мяча кладет по месту. Причем обратим внимание, что он очень хорошо поставлен удар. Он достаточно плосковатый, не дает слишком большое вращение, что позволяет, и при этом попадает в площадку. По 15. Усиливает. Обжавить путь. 30-15. На подаче Витека Форака. Немножко не справляется румын со скоростью 30-0. Резанный удар по месту ходит румын. Горка. Зря берет свою подачу чешский спортсмен. Пока что румын ведет со счетом 4-3. 4-3 пока что ведет румынский спортсмен. Мощные козыри включил чешский спортсмен, и пока что это дало ему свой результат. Он пока что забил. Забил на силу румына. У девушек что-то происходит далеко, через один корт. Ничего не могу сказать, кто там выигрывает, куда катится счет, не могу сказать. Раду Михай подбадривает себя, понимая, насколько важно сейчас ему взять подачу. Насколько важно ему сейчас взять эту подачу свою, чтобы сохранить инициативу в первом сете. Проходит первое. Резаным ударом играет чех, в общем-то справедливо. Хороший удар обратным кроссом, качественный. А вот чех подобрал ключи, играет комбинацию резаным ударом. Снимает скорость, потом начинает раскачивать крученым, поменял ритм. И в общем, ну, румын тоже молодец. 0-30. Ключевой момент первого сета, а может быть и матча. У румына проходит первое. Как низко над тросом он играет. Чех четко, спокойно. Молодец. Насколько рискованно играет румын, мяч проходит буквально там максимум в 5 сантиметрах над тросом, когда он выполняет удары с отскока. Это очень такая качественная история. Ну, у чеха вот, выполняя удар, резак такой хороший. У чеха
Но Румын пока что справляется. В линию кладет мяч Румын. И прямая работа чеха. Атака чешского спортсмена. Очень качественная атака чеха. Терпев. 15-40. Двойной брейкпоинт у чешского спортсмена на силу. Ну, нужно отдать должное, что очень хорошо работает. Включает атлетизм чех. И пока что все делает правильно. Проходит первый мяч. Немножко расслабился, видимо. Расслабился немножко чех на приеме. Допустил ошибку. Ну, тут можно все что угодно говорить. Мяч свалился, можно говорить о том, что кот. Да, наверное, может быть, была линия, но сорвался мяч, не подсел чех. Ключевой момент. 2 очка подарил чех. Вынужден или не вынужден, но вот так. Второй мяч. Очень важный момент. Двойную дает Румын. Расстроен. Меньше. Вот такой достаточно четкий, плотный теннис прерывается какими-то интересными ошибками в один удар. Чех четко играет. Очередная ошибка. Кривой корт. Для финала корт с такими отскоками — это, конечно, полное безобразие. Полное безобразие. Ровно. Ну, третий раз, как минимум, за первый сет происходят такие курьезы с отскоками. Ровно у Румына. Но здесь нужно держать удар спортсменам. Понимать, что вот так вот складываются обстоятельства, что делать. Ой, какие плосковатые удары. Молодец, Румын, выкидывает горку. Очень интересно, что Румын говорит, да, почти что как русский человек в этой ситуации скажет тоже «да». И вот Румын говорит «да», и это очень интересная тема. Переложил. Чех. Румын держит удар. И дожидается ошибки. Дожидается ошибки. Ну, не дожидается, активными ударами вынуждает. Румын ведет 5-3 в первом сете. И вот сейчас важный момент. Насколько сможет чешский спортсмен справиться со своим волнением? Перейдем к следующему файлу, чтобы не потерять концовку.